Ребята, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Мы с вами много говорим в последнее время в свете, значит, аварии с участием Михаила Ефремова, пьяного за рулем. Мы с вами говорили уже о, еще раз напомню, таксисте пьяном, который сбил школьников. Один школьник погиб, выражая соболезнования родителям. Теперь пьяное ДТП устроил внук экс-губернатора Хабаровского края и экс-топ-менеджера Роснефти. Слава богу, обошлось без жертв, пьяный за рулем. Ну, а эта история, я думаю, что про то, как у нас в стране можно говорить, если пьяным оказался сотрудник полиции. Россиянин обвинил майора МВД в пьяной езде и был схвачен спецназом. В городе Куйбышев Новосибирской области спецназом схвачен россиянин Ваграм Газарян, который ранее обвинил майора МВД в пьяной езде. Об этом в среду 17 июня сообщает Тайган-Инфо. По данным издания, сотрудники СОБР задержали Газаряна в собственной квартире, после чего осмотрели его машину. Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по статье 318 УК РФ «Угроза применения насилия» и статье 297 УК РФ «Неуважение к суду». По версии следствия, он оскорбил истца и выразил угрозу применения насилия в отношении представителя власти. Россиянин стал известен в регионе после резонансного ДТП с начальником райотдела ГИБДД майором полиции Юрием Захваткиным. Тойота полицейского врезалась в «Инфинити» Газаряна, то есть он был участником, в него врезался майор. После чего сотрудник правоохранительных органов попытался скрыться, но мужчина бросился в погоню и стал снимать все на видео, будучи уверенным, что полицейский пьян. В итоге видео попало в интернет, а в отношении высокопоставленного полицейского был составлен протокол по статье 12.8 Кодекса об административных правонарушениях России «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Была назначена проверка. Позже Юрий Захваткин признал факт ДТП, но назвал произошедшее покушением на него. Якобы Газарян ранее занимался автоподставами, из-за чего имел к нему претензии. Чтобы свести счеты, он заранее выяснил маршрут майора и создал ему проблемы. Бывший полицейский пояснил, что сбежал с места происшествия, испугавшись за свою жизнь. Об этом сообщает, напомню, 17 июня издание «Тайга-Инфо». Пишите комментарии. Крайне интересно, ребят, послушать комментарии ваши по этой теме. Ну вот человек рассказал, стал известен по всему региону о том, что в него врезался майор. И он его пытался догнать и снять. А теперь он фигурант уголовного дела по двум статьям Уголовного кодекса России. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому нравится. Жду ваших комментариев. Всем пока. До встречи.